Явка на голосование в Алтайском крае на 10 часов утра составила почти 6%. Жители нашего региона сегодня выбирают губернатора. В избирательном бюллетене 4 кандидатуры. Андрей Крылов, партия «Роста», Владимир Семенов, ЛДПР, Людмила Суслова, «Справедливая Россия» и Виктор Томенко, «Единая Россия». Также в крае сегодня будут избраны 46 сельских глав, 332 депутата на основных выборах, 82 депутата на дополнительных. С 8 часов утра и до 8 часов вечера по всему краю будут открыты 1797 избирательных участков. Всего в крае зарегистрировано 1 846 084 избирателя. Я жду, во-первых, чтобы достойный кандидат вышел в финал, так сказать. Ну а как не голосовать? От нас зависит все. Если мы не придем, повторное будет голосование. Чего хорошего? Сейчас я являюсь студенткой, поэтому для меня самое важное – получить высшее образование. И я хочу, чтобы потом были места работы, была возможность работать по той специальности, которую я получу, чтобы была достойная зарплата и возможность самореализации. Напомним, что с любыми вопросами, касающимися процесса голосования, жители края могут обратиться в информационно-справочный центр по бесплатному телефону 8 800 707 0022. Кроме того, на более чем 700 избирательных участках установлены камеры видеонаблюдения. Все желающие могут следить за процессом голосования на сайте нашвыбор2018.ру.